Добрый день. Сегодня мы хотим продемонстрировать вам пневматическую винтовку системы PCP от фирмы BSA. Модель называется Scorpion SE. Значит, в данном случае мы покажем вам винтовку с буковым прикладом. Значит, укомплектована винтовка вот в такую вот коробку. Вы видите. Самая обыкновенная, самая простая. Значит, в комплектацию входит диск, паспорт и вот такая вот. Дальше по комплектации. В комплектацию входит шестигранник, масло, штуцер и прокладки. Значит, и вот так вот выглядит сама винтовка. Сейчас мы ее покрутим, так как она полностью в кадр не помещается. Начнем со ствола. Значит, при большом желании можно установить на данную винтовку саунд-модератор или же глушитель по-простому. Идет резьбовое соединение. Здесь разъем для штуцера, для зарядки винтовки. Манометр. Опять же повторюсь, дерево в данном случае у нас идет бук. Очень приятная на ощупь резьба. Рука не будет скользить вот в этом вот месте. За счет рифления. Так же самое и здесь. Очень комфортно удерживать ее. Значит, данная винтовка подойдет как для правшей, так и для левшей. Идет спортивная ложа. Так как на данной винтовке отсутствует прицельное приспособление, она рассчитана для стрельбы с оптическим прицелом. Значит, посадочное место для крепления под оптику идет 11 мм. Здесь у нас идет предохранитель. Взводится винтовка болтовым затвором. Для того, чтобы достать магазинчик, надо фиксатор магазинчика в сторону выхода канала ствола. И достаем саму обоймочку. Обоймочка идет 10-зарядная. Ставим обратно, фиксируем, загоняем пулю. Снимаем с предохранителя и стреляем. Купить такую винтовку вы можете у нас в интернет-магазине filengun.com.ua. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.